Волгограде с 22 часов 6 мая по 14 часов 7 мая будет перекрыто движение транспорта на площади Павших Борцов, улицах Мира, Гоголя и прилегающих к ним участках. Такие меры приняты в связи с генеральной репетицией Парада Победы, которая пройдет в 10 утра 7 мая. Само торжественное мероприятие запланировано на 10 утра 9 мая и пройдет в закрытом режиме. Автомобилистам напоминают, что площадь Павших Борцов и прилегающие к ней улицы будут перекрыты также с 22 часов 8 мая до полудня 9 мая.